Вот, все, мы поплыли вперед. Отлично. Привет! Это рубрика «Чудо техники». Это вездеход «Архант», он же вездеход «Шерп», потому что завод «Архант», вездеход «Шерп». С ребрендингом есть проблемы, потому что нам надо как-то все это сложно переоформлять. Короче, пусть эти два имени у вас рядышком в памяти осядут. Кстати говоря, все, что сейчас будет происходить в мотопарке Вильяминово. Очень классное место, кстати говоря. Я тут снимал квадрик один раз, и, надеюсь, будут поводы приехать еще. Если вы увлекаетесь, там, не знаю, кроссовыми мотоциклами, квадроциклами, всякими такими движухами, то гляньте, место вообще правильное. Но бог с ним, с парком, давайте про вездеход. Знаменитый на всю страну и далеко за ее пределами Шерп в четвертом поколении, увешан табличками «Архант», и сейчас стоит рядом со мной. Наверняка вы о нем очень много слышали, но тем не менее, для начала давайте пробежимся по основным, скажем так, техническим особенностям, хотя бы по части таковых особенностей, потому что по большому счету вся эта конструкция от самой верхней точки до самой нижней – это одна сердце машины. Открываем вот эту полупрозрачную панель, и отсюда сердце хорошо видно. Это поперечно установленный мотор корейский Дусан, объем 1.8, 55 лошадиных сил, 190 ньютон-метров крутящего момента. Двигатель дизельный, двигатель от спецтехники. Кстати говоря, реношная коробка тоже от какого-то вот то ли фургона, то ли маленького автобуса, я не помню, это тоже коммерческая техника. Все это рассчитано на работу в достаточно тяжелых условиях. Что прикольно? Помимо всего прочего, у двигателя есть система выпуска. Она находится вот здесь, прямо передо мной. Но в ней есть одна фишка, которой нет в подавляющем большинстве других машин на нашей с вами планете. Здесь есть такой пневматический клапан, который тот самый выпуск перещелкивает. Он может либо выходить вот куда-то сюда, либо отправляться в специальный контур металлический, который всю машину там внутри обнимает, и дальше в покрышке. Да, двигатель накачивает покрышки. Можно сказать, что он работает компрессором, но таким компрессором, знаете, достаточно необычно. То есть в шинах выхлопные газы. Что касается покрышек, это 1800 мм, не 1600, как встречается на многих других вездеходах. И сейчас самое время поговорить про запас топлива. Внезапно больше 300 литров. При этом основной бак, который там в машине есть, вмещает примерно 100 литров топлива. И еще вот здесь вот у нас дополнительные емкости, в каждой литров что ли по 50. Но есть, правда, один нюанс. Нельзя сказать, что это 5 топливных баков, потому что это именно канистры. Когда там топливо кончается, мы сюда вот залезаем, что-то открываем, подключаем насос, перекачиваем и потом едем дальше. Но что касается дополнительных баков, вот это емкость тоже для топлива на тот случай, когда вездеход стоит не в своем вот обычном положении, а в каком-то вот таком, или каком-то другом. Здесь есть такой, знаете, дизельный кэш, то есть топливо, которое доступно мотору всегда. Не будет ситуации, когда насос пытается черпать дизель, а вот из-за странного положения машины сделать этого не может. С помощью вот этой емкости машину от этого гарантировали. Ну и продолжая тему дизельного кэша. Мотор, как вы, наверное, заметили, низко расположен, примерно на уровне вот этих вот резиновых штуковин. Это хорошо по целому ряду причин, но начну с того, что двигатель живет в лодке. То есть кузов из двух частей состоит. Снаружи, ну, как бы алюминиевый, собственно, кузов. Внизу металлическая лодка. Почему все это важно? Топливо будет всегда попадать в тот самый мотор, низко расположенный в лодке, даже когда машина в каких-то странных положениях. А в странных положениях пребывать она может, потому что максимальный уровень поперечного наклона 30 градусов, максимальный уровень продольного наклона 35 градусов. И если вам вот так умозрительно кажется, что это мало, поверьте зря, потому что когда машина вот так вот наклонена на 30 градусов, субъективно вам будет казаться, что она уже лежит на боку. Вот просто поверьте на слово, если никогда не пробовали. Дальше еще одна важная дисциплина – плавание, потому что с такими колесами не плавать вездеход попросту не имеет никакого морального права. И он плавает, и плавает хорошо. Почему? Потому что подумали о мелочах. Мы осматриваем кузов в деталях и находим здесь массу разных находок, смысл которых я бы не понял, если бы мне не рассказали. Потому что
все вот эти крылья, все вот эти вот истории, они созданы в первую очередь не для защиты от грязи, которую вроде как может накидать из-под колес. Это как раз для того, чтобы вездеход нормально плыл, чтобы колеса гребли как полагается, чтобы заднее колесо не закидывало водой переднее, чтобы все это эффективно работало. И оно в целом действительно вроде бы эффективно работает. Но мы поплаваем, а вы посмотрите. На свет Архант рождается двухместным, но при необходимости его можно оснастить дополнительными сиденьями до 6 штук, так сказать. И в этом случае вездеход станет 8-местным. Вот эта цифра, она не с потолка взята. Дело в том, что машина укладывается в тракторную категорию А2, и это как бы некий аналог автомобильной категории Б, условно говоря. 8 человек, как я понимаю, максимальное количество, там 3500 килограммов. Кстати, о килограммах. Я не знаю, как именно это распределяется в деталях, но вот эта величина 3500 килограмм, она здесь использована по максимуму, потому что примерно 2400 масса машины, чуть-чуть поменьше, и примерно 1200 максимальная загрузка, чуть-чуть поменьше, но в целом получается как раз нужная нам величина. Дальше, как мы туда попадаем? Еще одна особенность, которая наверняка памятна тем, кто с шерпами знаком. Спереди у нас дверь. Вот эту вот штуку мы с вами откидываем. Пока еще залезать внутрь неудобно, во всяком случае мне. Поэтому мы откидываем вот такую вот лесенку. Мне по-прежнему залезать внутрь неудобно, но больше разработчики, как говорится, ничем меня порадовать не смогли. На самом деле, это я прикалываюсь, потому что забираться сюда довольно просто. Работает все это нормально. И по большому счету, раз уж я все равно сюда залез, то надо бы завести наш мотор Дусан 1.8 и поехать чуть-чуть покататься. Заводится машина ключом, выжимаем полностью, это важно, сцепление, и запускаем двигатель. Дальше можно сразу на вторую передачку. Вот включать ее, на это, конечно, нужен некоторый опыт. И, собственно, поехали. Кстати говоря, я сейчас вообще газу не прикасаюсь. Здесь электронный газ, то есть он контролирует ситуацию без моего участия. Чуть-чуть попозже, когда мы будем вылезать на крутой берег, вы поймете, зачем это надо. Пока что просто имейте в виду. Сейчас на второй передачке мы катимся к тому месту на берегу, где мне будет поудобнее забраться в воду. Интересный, кстати, момент. Передо мной здоровенный дисплей, который помогает управлять и давлением в шинах, и наверняка чем-то еще. Я в ходе своих коротких покатушек полностью его функционал, естественно, не обследовал. Но тут много разных шкал и цифр, авторитетно сказал я. А вот, собственно, и пологий, вполне подходящий нам спуск. Давайте-ка заберемся в воду. Еще о забавных тонкостях. Во-первых, передняя и задняя подвеска. Про них рассказывать проще всего, потому что их тут нет вообще. Зато есть уже упомянутые здоровенные колеса 1800 мм. В чем главный прикол? Колеса у нас 4, но накачиваем мы их все разом. Это единая система, они связаны как сообщающиеся сосуды. Иными словами, когда одно из колес наезжает на какое-то препятствие, оно как бы сминается, воздух переходит в остальные колеса. И, в общем, это в конечном счете упрощает жизнь. Что касается организации трансмиссии, то мотор, за ним у нас коробка, за ним бортповоротный механизм, который одну из сторон вездехода отключает. И дальше крутящий момент распределяется между правыми и левыми колесами аж на целым набором цепей. То есть там есть первая цепная передача, за ней вторая цепная передача. Вот знаете, я не инженер, но меня, честно говоря, немного напрягает вся эта история, когда в одном вездеходе два стандарта цепей на каждый из колес. Как-то этого всего немного много, на мой взгляд. Но бог с ним, создателям видней. Кстати говоря, цепи работают в масляной ванне, то есть они всегда смазаны, и все с ними, в принципе, должно быть хорошо. Просто у меня, видимо, какие-то свои мотоциклетные ассоциации на сей счет. Естественно, с давлением в покрышках тут ситуация очень специфическая. То есть, скажем, в режиме перевозки вездехода, когда колеса не просто накачаны полностью, а даже перекачаны, в них 16 сотых атмосферы. Ну, то есть, примерно в 15 раз меньше, чем обычно в легковом автомобиле.
А вот тот вариант, что сейчас, это 0,03 атмосферы, то есть это вот уже для езды по болотам, условно, по каким-то слабо несущим грунтам, то есть там, где покрышка начинает немного напоминать резиновую гусеницу принципами работы. И, собственно, за счет снижения давления вездеход очень много где едет. Это его, так сказать, главное оружие. В общем, про особенности я, кажется, все сказал, так что можно катить дальше. Как вы заметили, кстати, руля тут нет. Два рычага, система бортоповоротная. И, соответственно, дергая либо один, либо второй, мы машину направляем туда, куда нам надо. Вот у меня по неопытности все это получается достаточно жестко. У людей, которые ездят на этой машине дольше, как-то мягче, все и правильнее. Так, перед входом в воду нам стоит закрыть переднее окно. Вот, все, мы поплыли вперед. Отлично. Окно открываем обратно для вентиляции. И в конце концов просто так приятнее ехать. И неторопливо катим по водоему. Собственно, здесь управление ровно такое же с помощью рычагов. Плывет машина довольно бойко. Здесь, кстати, не совсем работает правило, что вот чем выше передача, тем машина в среднем быстрее едет. Понятно, что это условность, но вы понимаете, что я имею в виду. Здесь на 4-й максимально можно плыть, на 5-й все-таки мотору уже мощности чуть не хватает, он начинает захлебываться. То есть где-то примерно 2-я, 3-я, 4-я в нашем распоряжении, когда мы движемся по водной глади. Вот-вот надо будет переходить на 1-ю. Уже надо? Вот, теперь газ я не трогаю. Не самый простой выезд, но неприятнее всего тот факт, что я ничем не должен управлять. Мне надо просто сидеть и лишь иногда подергивать рычаги, наблюдая, как машина сама ползет на берег по очень недружелюбно выглядящему участку побережья, я вам скажу. Вот она и продольный уклон вам, пожалуйста. Но, тем не менее, выбрались, и все это было достаточно несложно. Ну, в общем, конечно, возможности машины колоссальны. Понятно, что вы не увидели и 10%, но вот этот выход на берег, он действительно производит впечатление. Не только потому, что участок берега к выходу на тот самый берег не располагал вовсе. Дело еще и в том, что с задачей справился даже я, человек, который сидит за штурвалом, скажем так, Арханта первый раз в жизни. То есть, в принципе, от водителя требуется совсем немногое. Достаточно просто, правильно подойти к берегу, а дальше Архант все сделает сам, без посторонней помощи. Включили третью, машина пошла быстрее. Вот, между прочим, болотное озеро. Вот эта местность вроде бы близка к цивилизации, отсюда до нашего мотопарка рукой подать. Но я абсолютно уверен, что нога человека здесь практически не ступала. Ну или во всяком случае, если ступала, то нога редкого, знаете ли, человека. Потому что попробуй сюда доберись. Тут со всех сторон болоты, доплыть сложно, дойти невозможно. Так что я думаю, мы немногие представители вида Homo sapiens. Хотя, казалось бы, Подмосковье. Так, снова упражнение по вылезанию на сушу у меня. Вообще, вот это забавное зрелище. Я вижу перед собой грязь, траву, все это уходит куда-то под машину, и там колеса все это перемалывают. Очень странное ощущение. Что мы, куда мы едем? Да, на болоте на этом попробую еще поверни. То есть я даю вездеходу сделать пару шагов вперед, потом тяну за рычаг, и вроде бы по капельке он куда-то начинает поворачивать. Но вот сейчас мы вообще заглохли. Тут ни на чем вообще, кажется, нельзя перемещаться, даже на своих двоих недолго и застрять где-нибудь. А вот Архант едет. Не сказать, что быстро, не сказать, что легко, но едет. Ух, я вроде ничего не делаю, я аж вспотел. We'll be right back.
Как это обычно бывает, вездеход стоит дорого, по обывательским меркам чудовищно дорого, 10 миллионов рублей. Наверняка будут ухи и ахи в комментариях по этому поводу, наверняка будут комменты, мол, то же самое можно построить в гараже и будет дешево. Но, ребят, практика показывает, что, во-первых, будет куда менее дешево, чем поначалу кажется, а во-вторых, практически любая построенная в гараже машина, построенная в единственном экземпляре, она более-менее нормально работает только под зорким контролем ее создателя, который знает, как именно что надо включать, что значит, если там засвистело, а тут захрустело. В любом другом раскладе она выходит в строй очень и очень быстро. А это именно товарный продукт, который вы купили в магазине, увезли куда-то к себе далеко и там на нем ездите. Правда, не забывая осуществлять техническое обслуживание в соответствии с регламентом. Но в любом случае, машины, построенные в рамках мелкосерийного производства, а это оно, родимое, они всегда стоят дорого. И иначе быть попросту не может. Вот так устроен мир, к сожалению. У меня на сегодня все. С вас, как обычно, лайки, дизлайки и, разумеется, комментарии экспертов.